Среди таксистов нашего города я самый лучший ас. Вы или у вас? Люблю людей с юморком. Ну что, поехали? От чего зависит время прибытия, кроме скорости? От пути. Не путю. Ну кому я говорю? Я не знаю, есть ли смысл рассказывать, наверное, сами догадываетесь. Ну, я ж на самом деле не таксист, я бизнесмен, айтишник, а это хобби просто. А вы? А я тестировщик. О, вы тоже занимаетесь тестированием приложений? Нет, я на хлебзаводе тесто замешиваю. Ну, а серьезно, чем занимаетесь? Занимаюсь игорным бизнесом. Владеете казино? Нет, Егору помогаю. Ну, правда, зарабатываете с чего? Я говорю спасибо криптовалюте за Мерседес. Купили? Протеряли. Короче, у вас не все гладко. Как видите, все. Какая тут связь? Пять палочек, хорошая. Тихо. Я не Тихон, я Олег. Да что вы ржете постоянно, как конь? А вы знаете, как называется конь, который постоянно ржет и всех смешит? Как? Стендап-коник. Стендап-коник.